2 дня назад я узнал, что у меня умер сын. Не поэтому тяжело сейчас говорить. Если бы я не находился... С моим сыном, да, я не прощу никому, особенно тем людям, кто участвует в этом. Вот это пусть учтут. Это дело времени. Мы не вечно в этом мире. Это султан Бейбарс, и это правда. Как-то так, поэтому имейте в виду все. Я не то что, как вам сказать, боюсь там какого-то срока, лагерей. Я сказал, пусть вот 10 лет. Я буду стоять до конца. Я буду стоять до конца за правду, за будущее поколение Казахстана. Я не только вот эти года, если надо будет, я проведу в тюрьме. Я даже готов свою маленькую жизнь отдать за жизнь большую в будущем. Вот это имейте в виду. Правда на нашей стороне. Что бы вы здесь ни говорили, как бы нас ни обвиняли.